Украина может извлечь пользу от Брекзита. Какую, знает министр иностранных дел Германии. По его словам, Киеву стоит подождать, пока Великобритания и Евросоюз договорятся о новых условиях сотрудничества. Что именно может выиграть Киев, расскажет наш британский субкор Светлана Чернецкая. Киев уже перенимает британский опыт во многих сферах, от военной и до экономической. А теперь сможет еще и воспользоваться наработками по Брекситу. Над соглашением, которое должно регулировать отношения между Великобританией и Евросоюзом после Брекзита, будут работать не менее 2 лет. Охватят все сферы сотрудничества. Это будут сотни законов и норм. В идеале соглашение должно обеспечить очень тесные отношения между Британией и ЕС после выхода страны из блока. И если обе стороны будут довольны новой моделью сотрудничества, Украина тоже сможет ее использовать. Такое предположение выразил министр иностранных дел Германии. Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, это может стать моделью для других стран – Украины, а также Турции. Я не могу представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. Поэтому мы должны думать об альтернативных формах тесного сотрудничества. Действительно, в ближайшее время и Украина, и Турция вряд ли станут членами Евросоюза. Впрочем, Европа совершенно не против дальнейшего сближения с Киевом и Анкарой, и политического, и экономического. Здесь больше вопросов возникает к Турции, чем к Украине. У ЕС до сих пор большие претензии к политическому режиму в стране. В частности, особую обеспокоенность вызывает нарушение прав человека и политические аресты при президенте Эрдогане. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».